Вот и кончился наш конкурс. Ну, на самом деле он кончился давненько, но были проблемы, поэтому новостей долго не было. Мы получили от вас столько интересных фанфиков, было очень занятно их читать. Спасибо вам за участие. Давно настало время подвести итоги. Было выбрано 3 работы, по которым мы нарисуем арты. Это фанфики. Что, если бы этого не произошло? Голосовые сообщения. И вновь я вижу новый фэндом. Питпейнты будут залиты на канал под атмосферную музыку. Ну, и то, ради чего мы все здесь сегодня собрались. Фанфик, который мы озвучим, это... Они поймут. И нет, это не из-за Сен-Джена. Ой, да ладно! Но это так! Во-первых, отличная отсылка к нашему почти забытому фанфику «Новаторство против консерватизма». Причем обыграна она очень хорошо. Во-вторых, понравилось то, что тема Сен-Джена показана не как прилизанная слэш-романтика, а адекватные отношения, что я люблю чуточку больше, чем чистый яой. Автор хорошо постарался, потому именно эта работа будет озвучена сразу после 3 фитпейнтов. Ну, ссылки на все фанфики будут в описании. Еще раз спасибо всем, кто участвовал в конкурсе. С вами была Дерси, но я не прощаюсь. Увидимся!